This is Lotus. The client with the cargo of opium is starting from Vladivostok tomorrow. Передает Lotus. Передает Lotus. Клиент с грузом опиума направляется во Владивосток. Время выхода. Opium is starting for Vladivostok tomorrow. Называлось Самуэл де Карлстон. Они шли рейсом Сидней-Якогама с грузом хлопка. А что случилось? В трюмах загорелся хлопок, и на пароходе начался пожар. Была паника, брались за спасательный круг. Капитан, прямо по курсу обнаружено судно. Расстояние 40 кабельтовых. Сейчас иду. Кинула судно.
Говорят, что летучие голландцы только в сказках. Ага. Тебя хлебом не корми, лишь бы потолковать с утра разбудить такси. Сейчас разберемся, что это за голландец. Русские отдыхают, мастер. Мы заперли их по каютам. Я думаю, их надо... Здесь думаю я, малыш. А не жалко. Все-таки они тебя спасли. Шучу, шучу. Я не люблю шуток, мастер. Thank you.
Осторожней с детонатором, а то отправимся на дно вместе с русскими.
Кто идет? Кто-кто? Стеценко! Игорь Михайлович! 59-го года рождения! Русский моряк! Гости к вам! Готовьте угощение, обидят у меня! Предложение. Видите этот вильбот? Он вам. Даю вам бензин, компас, карту. И убирайтесь отсюда ко всем чертям. Мне дороги мои люди. Их и так осталось немного. Даже меньше, чем вы думаете.
уверенно двигались по фарватеру. Только без фантазий, капитан. Я приказал принести в вашу каюту канистру бензина. Последний, кто останется в живых, подождет. На, всыпь ей. Я не бью женщин, у меня к ним другой подход. We'll be right back.
момента потери связи с теплоходом «Нежин» прошло трое суток. Всем советским судам расширить район поиска с координатами. We'll be right back.
поймите, этот опий – наша добыча. Я же предлагаю вам плату неизмеримо большую – жизнь. Безоружный вельбот ничего не стоит догнать и раздавить корпусом. Вы рассуждаете так, будто у вас есть выбор. Выбор всегда есть. Например, умереть с честью, а заодно и покончить с вами. Всех стран. Совершено нападение пиратов на мирное торговое судно. Просим немедленно двигаться в район, обозначенный координатами. 7 градусов 18 минут северной широты, 138 градусов 11 минут восточной долготы. Всем, всем.